А знаете ли вы, как появился Киев? По мнению историков, это один из древнейших городов мира, которому больше 1500 лет, и вокруг которого строилась история славян. В повести временных лет рассказывается, что Киев был основан тремя братьями – Кием, Щеком, Хоревом и сестрой их Лыбедью. В IX веке город стал центром Киевской Руси и резиденцией правящей династии Рюриковичей. Расположенный на перекрестке важных торговых путей, он поддерживал прочные экономические и политические связи с Западной и Центральной Европой. Именно в Киеве в 988 году произошло крещение Руси и был построен первый христианский храм – Десятинная церковь. После кончины Владимира Мономаха в середине 12-го столетия произошел распад государства на мелкие княжества, что привело к междоусобице между русскими князьями. В начале 13 века город был сожжен Рюриком Ростиславовичем, а в 1240 году разрушен монголо-татарами, после чего потерял свой статус как столицы. В течение следующих столетий он входил в состав Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В результате русско-польской войны в 17 веке стал частью русского государства и центром Киевской губернии. После распада Царской империи в начале 20-го столетия город постоянно переходил из рук в руки, оказываясь поочередно во власти Белой гвардии, Украинского освободительного движения, Красной, Немецкой и Польской армий. С распадом СССР в 1991 году Киев стал столицей независимой Украины, по-прежнему оставаясь культурным стержнем славянских народов. Его до сих пор называют матерью городов русских, откуда пошла земля русская. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.